Всем привет! Сегодня очень жаркая погода. Мы с Сарой в одинаковых футболках. И у Вовы еще точно такая же, он сейчас выйдет. И здесь вода! Вода. Мы сейчас поедем в виллу-бутик. И там будет вилла-пикник, про который я говорила вам уже. Вон у нас Вова, вот такие футболочки. Привет! Всем привет! Женя под меня косит. Это ты под меня. Да. А Сара под кого? The sun shines bright. As it moves across my face, I feel the light. Сара будет мыло сейчас варить. Мыльная основа. Смотри. И накладывайте мне кусочков 6. Давай, 6 кусочков. Что это на урне? Все, молодец. Ага, раскопим. Сарита, ты еще не доделала? В процессе? Как интересно. Сара, смотри, тебе дали глину. Это глина. Это как грязь? Это настоящая. Да. Как... Настоящая. А где вы берете эту глину? Это степная глина. Из степи привозите, да? Да, я понял. Долго что ли? Если просто так берете, просто... При необходимости. Класс. Добрый день, уважаемые гости. Какой красивый кот. Я хочу представить вашему вниманию нашего члена семьи. Это кот из приюта, которого мы на днях взяли к себе домой. Британский котик. Ну, может быть, смесь тут какая-то есть, но он такой красивый, такой милый мальчик. Очень добрый, очень порядочный. Мистер, ты где? Ты где? В общем, он очень любит тариться, прятаться, видно, потому что новое место. И он посторонних звуков постоянно пугается, там кто-нибудь по лестнице поднимается, он начинает прятаться, и там собаки загавкают, он прячется, но уже как бы полегче. Первые 2-3 дня он вообще не выходил, по ночам только ел. Сейчас уже он и кушает, и в принципе так выходит. Но вот подходит только ко мне, со мной спит, а Вову боится почему-то. Вова и так хочется, чтобы он его не боялся, хочет с ним и поспать, и на ручки. А что-то он только меня выбрал как хозяйку. Не знаю, с чем это связано, может, они вот все такие британцы. Вот, и, в общем, у нас теперь вот такой красавец живет, любимчик, красивый, да, красавец такой. Доставили только что нам с Вовой посылочку с сайта iHerb, и это первая посылка новой курьерской службы, очень недорогой. Я вам попозже про нее расскажу. Теперь доставка в Казахстан и в страны СНГ вообще за копейки с iHerb. Доставка бесплатная? $4 стоило. О, смотри. Очень Thank круто. You, gracias. На, на корейском, на японском. И на китайском, на русском. На казахском я знала, что тебе понравится. Там внутри такой венчик, и очень классно взбалтывать. Говорят, даже блины классно размешивать в этой баночке. Тесто для блинов? Тесто для блинов. Тут так вкусно пахнет. Потому что тут батончики твои, вон. О, протеиновый батончик. Да. Я тебе заказала шоколадные протеиновые. Покажи. И чё, как?
Капец, ты много укусил за раз. Ну как? Снаружи, по-моему, шоколад какой-то соевый, что ли. Может, настоящий. А внутри безвкусно. Ну попробуй чуть-чуть, что-нибудь. Безвкусный? Угу. Ну они все такие. А это же протеины. А когда в спортзал идешь, не успеваешь покушать или еще что-то. Ну мне нравится. Берешь. Он наоборот такой больше похож на натуральный. Берешь, кушаешь его, и у тебя протеин, запас протеинов перед. Да, а это заменитель сахара, стевия натуральная, с ванилином, со вкусом ванилина. Хочу попробовать, потому что, говорят, даже можно выпечку добавлять. Я уже открыла баночку, очень вкусно пахнет. Знаете, такое ощущение, что здесь молотая гвоздика, корица, еще какие-то смеси, вот прям для выпечки, для этого пирога, мне кажется, самый раз. Написано, что без ГМО. У корицы тоже превосходный аромат. Чувствуется, что она здесь не смешана ни с чем. Шикарный. Следующую баночку раскрыла, аромат просто божественный. Зеленые специи и, знаете, как будто бы здесь и базилик, и укропчик, и еще там что-то, не знаю что, но запах восхитительный. Это как я делаю, когда остается, все смешиваю в кучу. Мне кажется, на пиццу. И получается вот такое. Вот в мясо, в курицу. Черное мыло тоже, девочки, очень хорошее. Оно прям, знаете, отмывает до скрипа кожу. Честно, вот редко добьешься такого эффекта. Девчонки, показывала с экрана вот быстренько. Новый способ доставки, Boxberry. В Казахстане действует, в Украине действует. Я знаю точно, что в Украине заказывала. И в Украине, между прочим, доставляют на новую почту. И вы приходите там и забираете. Все очень легко. И я попробовала, сейчас в Казахстан доставляют тоже Boxberry. Не нужно ничего растамаживать, переплачивать. Платите за доставку 4 доллара 28 центов. Но это я просто новую сейчас сформировала. Вот. И, но ограничения идут до 150 долларов, должна быть посылка, и до 5 килограмм. В принципе, нормальная стандартная посылка, и тогда вам ее доставят. И, ну, нужно выбрать курьерскую доставку, вот, чтобы вам ее доставили на дом, тогда будет 5 долларов. А если центр выдачи, вам нужно ехать, то 4,28, разница небольшая. Едем на квест. Квест Перформанс Дом. Это не тот дом, в котором тебя ждут. Катя с Сашей приехали, и мы ждем, когда нас запустят. Ты уже рассказывала, куда мы приехали? Ну, я так сказала, что на квест, да. Сняла там картинку, что ужастики. Но Катя говорит, что будет очень страшно, нас будет пугать. А вы... Мы все боимся. Вы заходили уже? Нет, там девушка зашла уже, там она есть, можем зайти. Ну, в смысле, администратор. Да. Слушай, как так? Он так классно снимает. Он настраивает авто и прям свет делает. А, даже не надо включать. Ничего, да? Не надо, на авто стоит. Ой, какая картина красивая. Ой, замечательно. Аптечка есть там? А если кому-то станет страшно, вы можете покинуть игру один человек, то есть стоп игры нет. А, тут прям так темно. Да? Я так и хотела. Я думаю, мы сейчас зайдем и не выйдем никогда отсюда. А вдруг это реально подстава? Нас сейчас похитят. Сожрут. Окружите. Он близко Жесть, конечно. А что было? Я не знаю. А что, не видно, что ли? Нет. Где она, комбинация-то наша? Три. Женя, дай к тебе. Три. Четыре, раз, четверка. Раз, два, три. Двойка. Двойка. Зачем ты четыре? Я все-таки думала, что это будет. Ужас. Классно, это самый лучший квест. Реально. Боже, я опять испугалась. Ребята, было очень страшно. Мы орали все. У меня сердце бьет. Мы сегодня с Сарой идем в художественную студию для детей и взрослых. Сегодня будут Сару учить рисовать. А я уже умею. Да, она уже умеет. А я потом буду отдельно приходить в будние дни. Арт-студию. Вот, видишь? Будешь здесь сегодня. Подожди, да. Сар, пойдем со мной. Смотри, встань, выбери, какую картину тебе нравится. Тебе видно отсюда? Вон, ты можешь любую выбрать, и такую же вы нарисуете. When you cannot run, when sun burns
Девчонки, сегодня мне доставил курьер детокс. Второй день. Я вчера не снимала, забыла снять для вас видео, только в Инстаграме пост выложила. Вот в таких коробочках доставляют. Гений-гейн. Вот здесь меню. Я должна съесть смузи, выпить смузи. Детокс-программка, потом второй завтрак. Свежее утро, апельсиновый фреш. Это клубничный смузи. Полдник, витаминный коктейль. Интересно, кстати. И потом смузи с брусникой, манго, яблоком. Водичка потом на ужин с грейпфрутом. И у них здесь есть суперфуд. Вот такая штучка. Я там вижу уже ягоды годжи, овсянка, тыквенные семечки, обычные семечки, кунжут, лины. В общем, такой прикольный коктейльчик. У меня несколько дней детокса, очищение организма. Вот такая у меня программка. Целый день я вот это ем, больше ничего.